Не только в центре города, но и в отдаленных районах Самары. На участке улицы 128-й километр в поселке Шмидта укладывают новый асфальт. Обновляют проезжую часть от дома номер 13 по Паровозной до дома номер 136 по улице 3-й год пятилетки. Площадь работ порядка 3500 квадратных метров. Здесь всего две полосы движения. Однако оно довольно интенсивное. Ходит общественный транспорт. Улица ведет к промышленным базам, железнодорожным переездам и локомотивному депо. Кроме легкового транспорта, много грузового. Для сохранения трафика, в частности, для удобства местных жителей, подъездные пути к жилым домам не перекрывают. Движение по участку сохраняют. Уже выполнена работа по фрезерованию старого изношенного асфальтобетонного покрытия. И подрядная организация приступила к выполнению работ. При выполнении работ в рамках национального проекта предусмотрены асфальтобетонные смеси нового поколения. То есть мы сейчас говорим о том, что при работах на данной улице выполняются работы смесью А16ВН. У нее используется другой кубовидный щебень, который по характеристикам по своим лучше предыдущих всех щебней. Но именно гранд-состав смеси улучшили, вот, что сказывается на характеристиках самой смеси по удобоукладываемости и по своим основным эксплуатационным характеристикам. Применение новых современных материалов и технологий – одно из условий реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на средства которого улицу приводят в порядок. Ремонт идет с соблюдением всех ГОСТов. Для доставки асфальтобетонной смеси используются самосвалы с подогреваемыми кузовами, которые накрываются пологами, чтобы соблюсти температурный режим. В общей сложности на участке работают 5 единиц техники, включая разнотоннажные катки для наилучшего уплотнения. Жители переменам радуются и готовы терпеть временные неудобства. Говорят, что автопоток здесь настолько плотный, особенно когда открывается железнодорожный переезд, что нагрузка на дорожное покрытие очень высокая. Как-то вот проваривалось, и потом ямы разные. Ну, конечно, очень плохое, да, было. А сейчас прям чудесно, прекрасно. Также, согласно муниципальному контракту, люки колодцев, их на участке небольшое количество, поднимут на проектную высотную отметку. Они будут вровень с новым асфальтовым покрытием. В Самаре этим же подрядчиком уже выполнены работы на 8 объектах, и еще 3 находятся в работе. Если позволят погодные условия и не будет дождя, до конца недели работы на участке улицы 128 километр будут завершены. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События.